Всем добрый день, я Денис Захаркин, генеральный директор и основатель компании VR Concept. Мы вендор-разработчик программного обеспечения для коллективной работы с 3D-чертежами виртуальной реальности. И если мы посмотрим вокруг себя, увидим машины, самолеты, здания, заводы, все это создано по чертежам. И уже давно, достаточно давно большинство компаний создают 3D-чертежи будущих изделий. И при этом до сих пор многие компании эти 3D-чертежи смотрят на обычных плоских мониторах, обмениваются 2D-чертежами, проводят совещания, встречаются вместе, либо через системы онлайн-связи, и при этом не пользуются возможностями погрузиться в эту 3D-модель. Порой даже создают физические макеты, чтобы проверить будущую эргономику, собираемость и провести обучение по обслуживанию изделия. Собственно, виртуальная реальность позволяет сэкономить большое количество средств на том, чтобы, используя уже существующий 3D-актив, в виртуальной реальности проводить совещания, обсуждать будущие изделия, проводить демонстрации, оценивать эргономику и совокупно снизить создание нового изделия на 30-40%. И, собственно, как обычно эти компании, когда решаются на применение VR, поступают? Они обращаются к разработчикам на игровых движках, чтобы те на основе этого 3D-чертежа создали виртуальный проект. Это определенное время, это деньги, а главное, такой проект невозможно быстро внести изменения. Наше решение — это универсальный продукт. Это полностью российское решение, входит в реестр российского софта на собственном 3D-движке. И позволяет нашим заказчикам за пару минут открыть свой 3D-чертеж самим и провести коллективное совещание с заказчиками, партнерами, с инженерами виртуальной реальности. И, собственно, мы этот проект стартовали 6 лет назад командой, которая уже 15 лет на рынке, как интегратор систем виртуальной реальности, мы решили разработать собственное решение. На текущий момент решение готово, оно уже применяется на рынке. У нас, собственно, планы в будущее — это выходить в облачные решения и реализовывать поддержку мобильных систем и систем дополненной реальности. У нас большое количество технологических партнеров. Это известные компании, которые помогают нам в маркетинге, в продажах, в техническом плане, предоставляют свое демо-оборудование для проведения демонстрации. А также мы участвуем в большом количестве акселераторов, ассоциаций, как эксперты по виртуальной реальности и цифровой экономике. В первую очередь, наше конкурентное преимущество — это то, что за пару минут на уже существующем оборудовании и существующем 3D-чертеже заказчик начинает работать в VR. Это широкий функционал виртуального прототипирования и взаимодействия в VR с моделью и между пользователями. И это главное — это коллективное совещание, когда 5-10 и более человек из разных точек мира могут вместе объединиться. Наша бизнес-модель — это продажа бессрочных лицензий по подписке, услуг технической поддержки. Собственно, для тех компаний, которые обладают цифровым двойником или начинают его внедрение. И канал продаж — это партнеры. То есть если заказчик не обладает оборудованием, 3D-чертежом или какими-то другими смежными вещами, он приобретает оборудование, наш софт и услуги у наших партнеров. То есть они, как интегратор, это у них внедряют. У нас клиентов сейчас более 50. Это строительство, машиностроение и образование. Из Европы, Азии и России. Например, ведущие компании по цифровизации, «Газпромнефть», вместе с 3D-чертежом могут дистанционно обсуждать будущий завод. «Синара» — транспортные машины, производит «Локомотив». Инженеры имеют возможность проверить их собираемость изделия виртуальной реальности, провести демонстрацию, обсудить с заказчиком будущий проект. БГТУ имени Шухова, обучение будущих конструкторов, инженеров, проект-менеджеров, проект по БИМу, по строительству, по машиностроению. Собственно, мы ищем инвесторов, партнеров, интеграторов, клиентов, кто готов сейчас уже внедрять системы виртуальной реальности. А наше решение уже готово для этого. Спасибо за внимание.